капюшон. Я даю. Круто! Смотри, Настя. Вау! Столько таких классных. Это? Сейчас давай мы раскроем ее сразу. И Коля покажет. Да. Потому что Коля уже там такое? Возмущается. Это игрушечка. А, это? Это подвеска. Вот, смотри, тут есть еще такое. Это подвеска, которую... Это гусеница, ее зовут Камилла. Гусеница Камилла, смотри. Да, всегда это гусеничка. Класс. Ого. Давайте дадим уже Коле. Ты думаешь, мы ему на коляску привяжем? Боже, какая она тяжеленькая, классная. Слушай, это такая, знаешь, как из пандера. Это и я могу растягивать и качаться. Да? Ну да. Ну так, растягивать и... Ну такой себе эспандер, как для тебя, а для Коли просто шикарный. Ну для разминки я в спортзал собираюсь сейчас, вот, для разминки. А у меня здесь крылышки такие. Она будет бабочкой. Бабочка Камилла. Почти бабочка Камилла. Это гусеница бабочка Камилла. Там у тебя с колечком. Прикольно, она мягкая, да? Да, она мягенькая вся. И тут такая тверденькая. А вот тут такое мягкое. А тут попробуй, тверденькая такая штучка. Да, она очень мягкая. Колесички. Вот это вот как раз любят очень колесики. Шелестяхи. Это наша любовь сейчас вообще. Это игрушечка от Happy Snail. Папа. Фирма Happy Snail. Класс. Смотри, какая. Это то, что Лены. Лена любит очень Happy Snail. Она нам присылала, у нас крабики из Happy Snail. Да, я же смотрю, он так ну, дрожит. Смотри. Так же, как и крабик этот. Я так люблю такое. Так. Коля. Сейчас я тебе ее привяжу. Камилла, да. Да. Тебе Камиллу. Вот. Вот. Ее можно дергать. Ее можно жевать как угодно. Вот, смотри, как классно. Ага. Оказывается, самое интересное — это оранжевое колечко пока что. Пока что. Там что-то шевелится же внутри, да? Смотри, да. Она как гудит. Подожди, дай ему самому выбрать, что ему нравится больше всего. Это игрушка для Коли, а не для тебя. Видишь, ему интересно пока оранжевые колечки. Они хрустят что-то там. Пока интереса к другим частям Камиллы не проявляется. Классно? Да. Оно все такое мягенькое, хорошо шитое. Ну, я думаю, что это абсолютно безопасная игрушка. Все пришито так, как нужно, правильно для такого малыша. Он все может грызть, все жевать, все дергать. Оно ничего не разорвется, ничего нигде ему не повредит. Вот, все, пошли в ход уже и крылья, запчасти Камиллы другие его заинтересовали. О, есть. Ну все, Камилла, держись. Прикольно и классно, что в таких игрушках разные фактуры, всякие ткани и пластмассовые детали. Да, сама ткань, что видишь, ребристая, есть ровненькая, есть гладенькая, есть шершавенькая. Кстати, ты знаешь, да, что детям разная фактура для того, чтобы они руками не трогали и развивалась кора головного мозга? Ну да, тактильные все эти ощущения, конечно же, это же нервное окончание. Да, Настя тоже любила игрушки вот разных таких текстур. Все, Камилла уже опробована. Пошла Камилла уже в пищевой интерес. Один из первых прикормов – гусеница Камилла. Пока Колян доедает Камиллу, мы достаем еще один подарок. О, меня... Сейчас, подожди. Я коробку поставлю. Как жаль, что мне нельзя говорить. Молчи, папа, еще наиграешься. Я вижу твои голодные глаза. Смотри. Ого. Настя, это машина для девочек. Розовая. Она уже по воде ездит. По грязи, по снегу. И написано, что она ездит... Ого! 10 километров в час? Ого! Ничего себе! И 25 метров радиус действия пульта. Она же на пульте. Ты видишь пульт? Чувствую, вечер у нас зря не пройдет. Привет! Меня зовут гусеница Камилла. И меня очень любит маленький Николай. Я очень приятная игрушка. У меня шелестит цветочек на попе. И крылышко. Если без шуток, действительно классная игрушка. Смотрите, какие вот здесь
фактуры разные. Гладенькая, пушистенькая, ребристенькая. Гладенькая, где шелестященькая. Здесь вот все вот это кляцает, это все можно грызть. Он ноги обгрызает. Тоже они совершенно разные. Это как шелк, это хлопок. Это какая-то другая ребристая штука. Даже не знаю, что за материал. Тоже какой-то хлопковый. Это мягенькая. Очень интересно малышу и Коле. Она очень понравилась. Он ее волочит везде за собой. Можно просто бросить ему в коляску Камилу, он будет играться. Мы ее привязываем к коляске, либо же к манежу. Вообще замечательно. Или кладем на кровать, и он за ней ползет. Камила ползет, и Коля ползет. Ползет, ползет. Давай, давай, смотри, как шелестит. Ой, так вот, давай. Да. Какой бросок, смотрите, на коленках раскачался. О, не получилось. Еще раз. Ой. О, все. Почти дополз. Где не дополз, там дотянулся. Это означало. Ну все, теперь он может играться так минут 15. Для мамы 15 минут спокойного времени — это такая радость, это возможность выпить чай или кофе. Все, упал. Хэппи-снайловские игрушки очень классные. Вы видели, наверное, их у Лены в Рейде на Лайф. Она их на стены повесила, помните, для лисенка? Что ты? Думаете, куда смотрит Николай? Кто-то подкрался. Вот. Но это не мешает ему играть с Камилой. Классно, я могу советовать эту игрушку. Она очень довольна. Главное, Николай доволен-то. Воркует что-то там. Ты воркуешь? Где? Где Настя? Играются. С Настей и гусеницей.